В состав комитета вошли руководители и представители администрации президента и правительства, Совета безопасности, Совета Федерации и Государственной Думы, министры обороны, иностранных и внутренних дел, юстиции, здравоохранения, связи и массовых коммуникаций, транспорта, промышленности и торговли, энергетики, МЧС России, а также руководители служб Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков, Росфинмониторинг. В 2013 году в состав комитета включен руководитель Следственного комитета Российской Федерации.